Ассасин Арно закупается в лучших магазинах ключей. keyking.ru. Бесплатные ключи абсолютно любых самых крутых игр. Ты как Майнкрафт, я буду, блин, тут есть раз. Я буду дрочить на раз. Днем и ночью я куплю 10 ключей, раздам их с моим котам, барсиком, маме, бабушке. В общем, ребята, заходите на этот сайт, покупайте ключики, тут есть DayZ, можете фапать всю ночь с друзьями, с девушкой, можете и с парой, и с девушкой вместе играть. Все, начинается прохождение, ссылка есть в описании, и у вас на экране. Что, ссылки нет на экране? Ой, ну значит, я опять забыл ее тут разместить. Прошлое не утеряно. Оно живет в нас. В нашей ДНК зашифрованы знания и опыт предков. После 30 лет исследований нашим инженерам удалось создать новейший биотехнологический интерфейс. Мы дали людям возможность взглянуть на жизнь глазами своих предков, открыли окно в прошлое. Вас ждут незабываемые впечатления. Просто нажмите кнопку, и вы увидите важнейшие моменты истории, не выходя из дома. Добро пожаловать в Хеликс. Прошлое в ваших руках. Что же, привет, народ, и мы сейчас будем играть в Assassin's Creed Unity. И да, вот так начинается игра, довольно-таки необычно, скажем так, необычно, то есть не как мы привыкли, а именно с выбора какого-то временного отрезка, и вот остальные отрезки выбрать нельзя. Я играю на контроллере, просто предупреждаю заранее. И начинается все с трагедии Жака де Моле. Это еще времена... Те самые, ребята, времена первых, ну, ассасинов из Масиафа. И просто хотел вас предупредить, игра у меня пиратская. Потому что я в принципе, игру-то купил, но просто в России она вышла уже во вторник, как в Америке. Я видел там на форуме, пишут, что у нас уже играют. Но я живу в гребаной Европе. Европа у нас мест... Нет, это, конечно, кое-какой сарказм, но все равно это такое место, где игры выходят позже. К сожалению. Поэтому я только в четверг или там в среду вечером смогу играть уже официально, а сегодня только вторник, поэтому я как бы решил, я запишу пару часов геймплея, пару вот часов для вас, и потом, соответственно, продолжу, когда уже игра официально появится, потому что пока не работают сохранения. Если бы нет, меня бы это не оставило, но... Учитывая, что сохранения не работают, что тут можно поделать? Ничего. Поэтому придется довольствоваться тем, что есть. Пару часов, ребят, я вам обещаю, там 2-2,5 часа будет. Потом, так что быть, я их просто перепройду уже, так сказать, на официальной лицензионной версии. И кроме этого, не забывайте, у нас будет Лего, Batman 3, будет Роук. Я диск должен скоро уже получить с Роук, так что ждите, там, не знаю, в среду, в четверг тоже и Роук будет, так что посмотрим, посмотрим. Вообще уже сегодня должны были выдать диск, но что-то... да. В общем, вперед, ребята, вы готовы к трагедии Жака де Моле? Я готов играть. Предупреждаю опять же, я Последний играю... Последний из великих рыцарей храма Жак де Моле был гением, которого предали те, кому он доверял. В этом эпизоде «Павших героев» последние часы жизни Жака де Моле глазами одного из его самых близких друзей и советников. В общем, предупреждаю снова, ребята, что я играю на ПК просто с контроллером. Просто с контроллером, это Xbox 360, потому что в Assassin's Creed я люблю играть на контроллере, потому что игра сделана под контроллер, никак не под клавиатуру и мышь. Вперед! Все, я больше не буду отвлекаться. Просто я как хотел введение сделать, чтобы вы как бы знали, что к чему и как. Ребята, для вашей же пользы, не надо жаловаться, не надо. Для вашей же пользы. Чтобы избежать вопросов в комментариях, чтобы сразу посмотрели начало и как бы понимали, что к чему. Хорошо, вперед. Я уже там увидел пару как бы секунд геймплея в начале. Ну, своими руками пощупал. Было интересно. Громкость я понижу, просто возможности меню пока выйти не было. Неужто это графон? Кто идет? Друг, а не, показалось.
Флорак, совет не меняет своих решений. Лучше уходи. Я должен видеть магистра. Он на молитве, как и все. Может быть, в другой раз. Король Филипп не согласен. Проклятие! Тебе следовало бы гнить в камере, как только тебе... Ассасинчики. Нас предали! Клинки наголо! Защитим храм! Нет, брат, постой. У тебя будет другая задача. Иди за мной. Филипп решительнее, чем мы думали. Что же, это сейчас кое-что перенастрою и вернемся. Кстати, настройки графики какие-то не ахти. Как-то мало, и игра немножко... У меня идет 40 FPS сейчас, и я даже удивлен. Посмотрите, качество, вот сколько настроек, очень мало. Качество теней, Ambient Occlusion, качество сглаживания, свеч... Все, это все, ребята, все настройки. Ну, есть еще попроще, просто качество графики. Ну, я поставил пользовательский. Очевидно, за ним кто-то стоит. А, у меня сейчас среднее. Ассасины? Я думал, монгольские ханы давно сокрушили. Ассасины много древнее, чем мы Сиапмы. Их анархические бредни опаснее чумы. А лечить их намного труднее. Что-то не похоже слишком на ассасинов, если там тамплиеры или не тамплиеры. Сегодня нам не победить. Поторопись, и мы спасем вас. Беги к башне. Возьми меч и книгу, спрячь их. Они не должны попасть ассасинам в руки. Магистр, я не... Скорей! Запись будем читать потом, ребята. Эскеда Флурак. Бежим! Подождите! Стойте! Сейчас! Буду искать другой. Есть, а всегда есть окно, чувак, всегда. Сейчас еще лестница упадет. Так, дверь. Нет, дверь нельзя. Я просто думаю, в этой комнате может быть что-то есть. У нее двуручья. Лезем вверх, ребята. Я на самом деле очень, я люблю серию Assassin's Creed, и вся покупаю игры этой серии абсолютно всегда, во всех случаях. Ну давай, ты можешь просто прыгнуть вот в ту сторону, нет? Видимо, нет. Видимо, не дано. Потому что именно сюда нам и надо. Нет, дано. Кто что-то распыливает? Они прорвались туда, забрали... Ловите вора! Ловите вора, сейчас колбасу уносят! Не совсем то, что должно было произойти, ребят, но... Мы же, а тамплиер же тоже знают, что такое прыжок вверх, правда? Как я его убью? У меня клинка-то нет, я только вот прыгать умею, как ассасин, а клинка-то нету. Со звуком какой-то звук, не знаю, фиговый. Получай, тупой ассасин. Что-то мне нравится путь, по которому пошла Ubisoft. Раньше игры были про ассасинов, теперь они и про тамплиеров. То есть тамплиерам уделяется больше роль. Мне это нравится, я считаю, это как бы делает разнообразнее геймплей. Черт, ослепил меня. Чертов засранец. А,
меч у него, как яблоко. Мне нравится. Можно всегда вот такой носить. Экспаттеринте. И далее прочесть. Коричневый Альтаир. Не, понимаешь, это не Альтаир. 7 лет спустя. Кстати, хоть бы год написали, а то год не написан. Или я что-то пропустил несколько. Папа Климент, всегда писали. Запомни, еще до Рождества ты ответишь перед Господом за все преступления. И ты, король Филипп, любая кара меркнет перед тем великим злом, что ты причинил ордену. Будьте вы прокляты! И проклят ваш род до 13-го колена! Вы все теперь прокляты! Серьезно, что это? Так в огне не умирают. И гнева трагически кончился век истинной мудрости. Рыцари храма, некогда гордых пастырей порядка, мира и знания, больше не было. Да, запускай снифер. Если Абстерг засекут, вытащи. Ладно. Есть контакт. Привет. Нужно многое объяснить, так что вкратце. Я епископ. Конечно, это позывной, но пока и этого хватит. Слушай внимательно. Абстерго использует тебя. Ты помогаешь им извлечь ценные данные из генетической банки. Абстерго уже сумела внедриться в страны корпораций, правительств, СМИ, НКО. А теперь они хотят подчинить саму историю. Что тебе не страшно? Зря. Но их можно остановить, если ты поможешь. Декан, загружай нам ген AD16, B13, I87. Да, подцепляю. Неделю назад мы получили доступ к базе разрозненных воспоминаний на серверах Абстерго Хеликс. Пока что мы покажем тебе небольшой фрагмент, чтобы ты понял суть нашей борьбы. Ну а потом сам решай, как поступить дальше. Мы ждем. Спасибо за демку. Как бы мне дадут выбор, типа хочешь, не хочешь... Что ж, начало мне нравится, необычно, знаете, не как другие Assassin's Creed. Мне нравится, что они как бы экспериментируют, делают какие-то новые повороты, обороты. Молодцы. Версаль. О, 1776. Какие милые маленькие пажи. Или это детки, или это... Хрен знает, кто это. Арно. Конечно же, это Арно. Кто же еще мог быть? Это же традиция с третьей части ребенка показывать. Можно мне с тобой, отец? Нет, ты маленький. Мужайся, сын мой. Жди меня здесь. Я вернусь, когда эта стрелка укажет наверх. Так долго ждать? И вовсе недолго. А когда вернусь, посмотрим на фейерверк. Да, Арно.
Не любопытствуй, Да, отец. Что-что, а дизайн интерьера на уровне. Вот, вот это Ubisoft молодцы. Действительно чувствуется дух Франции 18 века. Вот это есть. Это есть. Кто же это? Версальский дворец. Все, идем за ней. Я уже знаю. Здесь не этот старик? Идем. Давайте посмотрим на окружающую среду. Я французский вообще ни грамма не знаю, серьезно. В принципе, очень хорошо проработанные локации. Очень хорошо. Кто, он или ты уронил его? Стража, задержать их! Вас ждет хорошая порка! Скорее! Эй, никто за мной не гонится! Я просто хочу, я не хочу скорее, я хочу посмотреть вообще места. Пыль под ногами поднимается, вау, прогресс. Кусты похожи на... Нет, растительность до сих пор похожа на какой-то, я не знаю, на рисунок. Листики какие-то неживые, честно говоря. Я не знаю, куда идут ресурсы. Да, ну, наверное, потому что патч не стоит, как бы, но... А спорим, не украдешь? А спорим, я украду. Украсть яблоко? А какой кнопкой у вас яблоки воруют? Нынче. Я умею вот так красться. О, кнопкой Б. Вор! А ну положи! Эти яблоки для его высочества, а не для таких, как ты. А я... Знаешь, как наказывают за кражу? Чё, застрял в кустах. Эх, чёрт. Чёрт, что такое? Убери, живо! Всё. Поговори с девушкой. Стоять! Кто тут у нас? Борис? Черт! Нет, месье, простите. Да, придется повторить процесс. Да, я в курсе. Что, дальше он уже не ходит? Ждем. Нет, проработан он хорошо. Мне, в принципе, нравится. Но я считаю, что не стоит это таких... системных требований. Вот отвлекли. Скорей, сюда. Теперь яблочко сможем поесть, романтика. Видел, какие у них были глупые лица? Ярно, Элиза. Извиняюсь. Я пришел сюда с отцом. Я тоже. У него важное дело к королю. А что делать теперь? Шш. Слушай. Не бойся, они нас ни за что не найдут. Это я виноват. Это я взял яблоко. Пойдем за ними. Извиняюсь, что вина говорю, когда другие персонажи говорят. Просто они говорят неожиданно, а сказать что-то хочется. Но реально детки такие милые, знаете, проработанные. Вот и, в принципе, интерьер тоже. Я искренне надеюсь, что этот случай не опозорит наш народ в ваших глазах. Месье, ежели судить народы по их преступникам... Лиза! Отец? Все мы обычные... Что же,
А версальские воспоминания мы досмотрим далее в следующей части. Так что спасибо за просмотр, ребята. Я ценю, что вы меня смотрите, и жду вас на следующей части. Спасибо за просмотры. Я буду стараться проходить как могу, но я уже делал подкаст о том, сколько у меня всего, поэтому как получится. Ну и к тому же игра не лицензионная, поэтому придется подождать.